Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстер, и мы продолжаем наше прохождение Rogue Genesia. Итак, давайте пройдем ранг C. Будем играть за другого персонажа. Давайте сыграем за дуэлянта. Так, есть какие-то таланты, давайте посмотрим. Активный талант. Начинаем с луком. Начинаем с магическим посохом, с копьем. Ну, давайте с посохом. Пассивные таланты. Дополнительный снаряд каждые 30 уровней. И так до 3 снарядов. Давайте возьмем. Увеличивается шанс на выпадение... наверное, плохих карточек и уникальных на 100%. Не очень. Гильгамеш. Наследие Гильгамеша. Каждые 25 уровней твоя карточка только содержит героические карточки. Вот это нам подходит. Так, а вот это все надо понимать, какие карточки мы берем. Карточки огня, луны, солнца, ветра. Это не всем понятно. Анахронистик. Так, какие-то песочные часы. Продолжительность счет на 25. Ну, это, наверное, каких-то временных бонусов. Давайте наследие Гильгамеша возьмем. Так, ранг C. Погнали. Метательный нож. О, это, блин, это при рывке. Не хочу вот это себя. Давайте вот это посмотрим. О, вот это мне нравится. Так, размер снарядов. Так, скорость снарядов. Так, damage mitigation. Хорошая вещь. Так, больше опыта, больше рывков. Давайте больше опыта. ХПшка у персонажа не очень большая. У дуэлянта повышенный шанс на крит и повышенный урон при крите. Так, скорость снаряда чуть меньше, зато урон побольше. Ладно, давайте. У нас заторможенные снаряды. Хорошая, вот касл мне нравится. Грибочки. Грибочки хотят огрести. Рожи-то какие злые. Как-то грибочки обожрались лимонов. Ну или что они там жрут.
Так, давайте по-быстрому через вопросительные знаки. Отдохнуть, медитировать. Ясен хер медитировать, студент. Мочи грибочки. Ну, ну чё, грибочки-то не падают. Теперь вокруг меня будут вот крутиться еще шарики. Надеюсь, против маленьких грибочков сработает. Ну, блять, я хоть кого-нибудь замочу здесь, нет? Суки, столько времени потратил. Давай damage mitigation. Не, ну урон просто смешной. Оскорбительно просто. Грибы смеются в лицо просто. У нас же волны были на всю карту. Такая была площадь. А, не получить урона была опционалка. Да уж, не получить урона. Кстати, у меня же регенерации нет, мне надо поосторожнее играть. Хороший какой damage mitigation. Ну, сейчас надо взять урон. Урон слишком маленький. Так, через сундук пойдем вот сюда. Уничтожить противника за 54 секунды. Это нереально просто. Не, мне вот только птичек маленьких. Птенцов херачить. О, damage multiplier. Это хорошо, еще маленьких грибочков нет. Железная воля, ни хрена вот так хпшка увеличивается. Ну мы возьмем скорость атаки, легкая рука. А перекусить-то тут есть что-нибудь? Ой, какая шляпа, дай что-нибудь нормальное. Меньше опыта. Давай уж тогда волю несгибаемую. Ну такое себе. Рюшка. Еда увеличивает урон на 1%, и так до 300. Уменьшается после 50 приемов пищи. Ну ладно. А вот и маленькие грибочки.
Левел ап где? Мочи, мочи. Маленькие грибочки, это самые подонки. У них синдром маленького грибочка. Ну все, смотри, как прочищаю просто. Молодец, красава. Дополнительный снаряд. Вообще хорошо. Еще и собрал. Вообще на изи. Тут еще вот тут надо сражаться. Ну я хочу хероик. ХПшка в два раза меньше, но крит дэмидж мультиплеер плюс 100. Давайте возьмем. Нахрен нет ХПшка. Мне надо быстро выносить клоунов. Без дополнительных сиськомяний. Еще снаряд. Ну правда без регенерации херовенько прям совсем. Сломай ящик, получи бонус. Хрень какая-то. Победите 4 чемпионов. Шампиньонов 4. Бутылочку. Так, область. Да, маленькие грибочки, конечно, редкостные подонки. Тут я не понимаю, защита на 2 увеличивается, на 3 секунды. Блин, и какая-то хрень просто. Я не знаю, может, миллион раз, если ты получишь урон по копейке за 3 секунды, и, может быть, это тебя что-то спасет. Так херня какая-то лютая при том. Давайте mitigation damage. Здесь мне практически целиться не надо. Да, ну у них, конечно, жизнь огромная относительно моего урона. Они что, еще лечат он там с крестом зелененьким? Ну, давайте концентрацию возьмем. Thank you.
Так, ну здесь damage mitigation. А где коробки? Со сбором автоматическим. Мочи птичку. Охреневшую. Давайте замедлять противника. Так, когда делаешь рывок, получаешь Volt Charge Buff на 10 секунд. Увеличивает урон на 15%. Так, арбалет, 4 уровень. Где-то посложнее. Ну, противника так хорошо, в принципе, можно было бы 800 убить. Ему даже сдохнуть было бы за минутку. Ну вообще можем тут сотни попытаться убить. Хорошо. Ну пойдет. Так, сбрасывает дебаф за 3700. Ну ладно, давайте эту штуку еще возьмем. О! Выживите минуту 30. Да еще на изи. Несгибаемая воля мочить грибы. Играем вообще без регенерации. Thank you.
Mitigation возьмем. Мы так будем получать 1/4 там где-нибудь урона, если все раскачаем. Ну, перекусили. Так, размер снаряда. Ну все, посох последнего уровня. Так, сюда. Рука читера. Теперь ты выбираешь среди 4 карточек. Вот это нормальная тема. Так, легкая броня. Damage mitigation. Плюс 1%. Скорость передвижения. Вот, неплохо. Крит шанс плюс 50%. Ну, мультипликатор. Можно взять. Тоже можно взять. Листочек. Тоже надо взять. А, и все, да. И бабки закончились. Ай, бесит. Так, здесь что за клоуны? Давайте кровь возьмем. Разбейте 6 ящиков. Уже 3 разбил. Так, давайте червяка возьмем. Книжного. Так. Ну как? Ну только что ж ящик разломал. Не понял. Ну вот ящик. 5. Все, ящики сломал. Опционалку выполнили. Так, давайте кулдаун. Нихера себе, как он коснулся. Так, башня. Плюс 50 к хпшке и регенерация плюс 10%. Это неплохо. Так, damage mitigation возьмем. Давайте стальную кожу. Давайте вот это. Давайте вот это. Все берем. Все нужно. Да, радиус подбора, конечно, просто никакущий. Ну-ка, рарити. Блять, какое говно предлагаешь. Совсем хандон. Да уж. Кубики. Дополнительный рерол. Хорошо. Карточка. Давай черную кровь. Все, лезвие, 7 уровень. 2500, ну а что я могу купить-то на 2500? Карточку одну. Вот отстой. Ну и ладно.
Посмотри, сколько ящиков. Ну где эти грибочки? Неплохо, сверху идут. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Так, а куда надо идти-то? Где алтарь? Что-то... А, вот, все правильно. Гоблин-шаман. Гоблин-клоун. Это бы ему лучше подошло. Он птичек призвал. Ты не понимаешь, что ли, что это несерьезно? А он в одну сторону и в другую? Да, гоблин-то посильнее, чем раньше. Плюс здесь шанс на крит, я возьму. Ну, ты успокоишься с своими телепортациями. Успокоился. Ну, до свидусь тогда. Старая монетка. Опыт плюс 100%. Голды меньше в два раза. Четыре зоны. Мы прошли только первую, прикинь. Так, мы вот сюда пойдем, чтобы к сундучку. Damage Mitigation 49 уже. Скорость атаки какая великолепная. Так, меньше получаешь опыта, но больше урон наносишь. Вот это отлично. Ну все, птички вон как падают. Убей 500 птичек. Да, радиус подбора так надо качать будет. А, вот эту штуку надо. Мы, короче, будем тусоваться и потом ее возьмем все. Враги нас сами должны найти.
Но они что-то не хотят делать. Так, тут чем порадуете? Самая обыкновенная локация. Вот же ж хрень. Так, скорость атаки, ну давайте. Ну, ставь еще элиту. Еще. Фигня какая-то. Погнали вперед. Что у нас тут в сундучке? Браслет чемпиона наруча. Хорошо. Банка какая-то, склянка. Ну, отличная банка-то. Тут вообще много чего хорошего. Damage Mitigation охренительный просто уже. Практически не получаем урона. Выносим всех просто. Только дай подойти. Ставь элиту. Неплохо. Только скорость атаки. Вот это грамотно и четко. Баблишка, отлично. Так, еще немного damage mitigation. Так, отдохнуть, помедитировать. Ясен хер, помедитировать. Получили песочную броню. Так, надо искать автосбор вот этот. А урона-то не так много, как хотелось бы. Сейчас уже что-то противник не так падает бодро. А вот.
Еще вот здесь штука есть, отлично. Да, ну смотри, как держит. Какой-то жалкий кактус так держит удар. Птичка, птичка, птичка. Железная воля. Давайте возьмем. Так, damage mitigation уже 61%. Неплохо. Неплохо. Стеклянный меч. Минус 60% от хп, но двойной урон. Берем. Так, вот здесь какие-то клоуны. Блин, даже двойного урона недостаточно, чтобы кактус замочить. Уменьшает урон снарядов вдвое. Это хорошая вещь. Это босса, наверное, будут докучать. Здесь, в принципе, можно неплохо так заработать. Я делал рывки, но не всегда, так что под вопросом, нужно мне это или не нужно. То есть мне надо тогда, чтобы в привычку просто вошло делать рывки. Как брать фринзи. Так, мне нужен сундук. Да, радиус у меня подбора настолько плохой.
Медитируем. Замедление врагов. Отлично. Не, давайте через вопросительный знак. Ну, просто лут. Так, шанс на крит 70%. Вот это надо взять. Все, мы критуем уже просто охренительно. Вот это хорошая вещь. Маслица. Смотри, тут damage mitigation. Надо вот это взять. Мы просто бессмертным будем. Хочется верить. А что-то надо сделать. Сломайте ящики, 7 штук. Я уже 3 сломал. Не надо мне это предлагать. Если сломаешь ящик на 15 секунд, то пошел ты нахрен на 15 секунд. Где мои ящики? Лезвие покрытое кислотой. Вот это наш метод. 5-5. По-моему, хорошая вещь. Ну где ящики-то? Один ящик остался. Двойной опыт. А все, ящики сломали. Возьмем. Damage mitigation еще. Да. Когда двигаешься, мультипликатор урона плюс 100%. По-моему, отличная тема. Аура, вот это да, так. А, ну количество снарядов, но все равно отличная вещь. Ну и сколько карточек заработали. Абсолютный фокус. Шанс на крит, правда, уменьшается. Давайте сам возьмем. Так, когда двигаешься, урон тоже увеличивается. Так.
Давайте. Врагов больше, а хпшка у них меньше. Так, синергия абсолютного фокуса и анализа. Критические так, мгновенно убивают врагов, не боссов, когда их хпшка меньше. Чего, блять? 0 меньше 13%? Меньше нуля. А, в зависимости от критического шанса рассчитывается. Блять, ну давайте возьмем. Я поймешь. Так, размер снаряда. Увеличим. Да нет, это просто машина для убийств. Давайте еще улучшим эту штуку. Получите никакого урона. Надеюсь, я не получил никакого урона. Какой урон нахрен тут? Я выношу всех к чертовой бабушке. Больше хпшки. Что-то не все собралось, как так-то? Смотри, какой damage mitigation, 75%. Элита, 50 элита, значит. Ну, это же отлично. Элита, давай, быстрее только. Так, ну где мой damage mitigation 100%? Так, кислота еще. Ты уже 100 элиты замочил. Не, ну вообще на изи. Еще немного кислоты. Кровь тролля? Пойдет. Пенетрация? Пойдет. Damage mitigation 76.
Но это мало. Limit break service. Надо мне это или не надо? Арбалет, урон 13 тысяч. Здесь 3700 будет. Дайте арбалет, да. Да я думаю, тут просто все будут падать. Как жалкие колонны. Так, какая-то аккумуляция. Так, это что-то такое. Короче, здесь плюс отбрасывание, плюс damage multiplier, плюс скорость атаки немножко проседает. Давайте возьмем, это хороший вроде вещь. Последний алтарь. Выходи, подлый трус. Ой, как быстро. Ну давай, давай, давай своих этих клоунов. Быстрей. Так, хорошая вещь вроде. Пойдет. Меч Мидаса. Каждое убийство дает монетку. Damage mitigation. Тут каждый процент уменьшает урон-то охренительно. Так, вот это надо забанить, чтобы он меня не смущал. Давайте вот это возьмем. Так, последние две зоны. Давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Но я думаю, что мы справимся. Персонаж хороший получается. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.